Индийские павлины, королевские фазаны и редкие виды цесарок. Экзотический птичий двор содержит житель деревни Еранкасы Чебоксарского района Евгений Майоров. Разводить диковинных птиц хозяин подворья начал 4 года назад. В гостях у птицевода побывала наша съемочная группа. Уже 4-й год семья Майоровых просыпается под птичьи многоголосье. Евгений даже отшучивается. Живем, словно в джунглях. Но благо соседи не жалуются. О мини-зоопарке мужчина мечтал с детства. Разводил кроликов, кур и голубей. А 4 года назад решил заняться экзотическими птицами. Собирал пернатых по всей стране. За павлинами специально ездил в Казань, Тульскую область и Краснодарский край. Меняемся, больше всего, птицей, а не покупаем. Меняться намного лучше. И они кровь смешивают, и мы кровь смешиваем. Значит, это очень удобно. Каждый год, хотя бы раз в 2 года кровь смешиваете. Поначалу птицам приходилось ютиться в тесных клетках. Сейчас же Евгений соорудил для них просторные вольеры. По соседству с ними живут белки. Рыжих зверьков особенно любят местные ребятишки, которые часто приходят с небольшими гостинцами. Справляться одному с таким хлопотным хозяйством непросто, поэтому без помощников не обойтись. Я к ним иногда прихожу, разговариваю с ними, они как будто меня слушают, сами выходят с их норок. Ну, я их тоже, конечно, люблю кормить, они садятся ко мне на ручку. Даже курицы-несушки в хозяйстве не простые, а племенные. Эти, например, породы маран, а эти птицы породы виандот, любимцы супруги. Они известны своим необычным внешним видом и высокой яйценоскостью. Хозяин подворья рассказывает, живность держит не ради наживы, а для души. Хотя признается, что многие не прочь купить у него птенцов. Специально для этого в хозяйстве построили инкубатор. Вся выручка от продажи уходит на корма. На корм много уходит, да. Как средство. А так, это же для души хобби. На это не жалеем, не смотрим. Не жалко. А если животное домой взял, надо за ним ухаживать же, кормить. Не так проволоть кормить. Все мне нравятся. Все животные. Если любимчик будет, то другие плохо себя будут чувствовать. Надо всех любить одинаково. Как детей же. В планах Евгения Майорова построить большой питомник и приступить к выведению новых пород птиц. Вероника Павлова, Александр Яковлев, Вести Чувашия.